Всем добрый день. Вы знаете, я зарекался и обещал про Цунаде ролики не снимать. Но надоело смотреть за ее довольно лживой активностью. 6 месяцев назад первое, что я увидел, зайдя на YouTube, это Цунаде. Она вот с такими шарами. Убийцы Влада Бахова. И, короче, на этих 12 ребят, то есть она убийцами их тогда окрестила. Жестко так, прям с сумасшедшими глазами. Сейчас она, конечно, полемику поменяла, давно ее поменяла, незаметненько. И вообще, как-то я умудряюсь не замечать, что их нелюбимые блогеры удаляют ролики, меняют акцент, как-то все переворачивают. А они все лайки ставят. Ну, больные и глупые люди. Так вот, сегодня обращение к Цунаде. Цунаде, я знаю, что вы бывшая модель, в курсе ваших проблем сегодняшних. Да, это очень тяжело. Но это не дает вам права врать и клеветать на людей. Вы прекрасно знаете, что эти ребята ни в чем не виновны. И вы все время смещаете акцент. Вот сегодня, или вчера, вернее, ролик, как этот, блин, уголовник бывший, Петруха, во, ходил в школу Влада Бахова. И как про него все хорошо говорили. Про Ивана Фадеева хорошо говорили. Вы, задрав нос, как этот, как эта птица называется? Забыла. Ну что это? Это мощное смещение акцента. Потом какой-то там Red Bull канал хорошо о родителях говорит. И про плохих людей, плохих блогеров, которые против, говорят. А плохие те, кто говорят правду. Те, кто не смещает акцент. Те, кто не хвалит родителей. И выгораживает невиновных. Я не виню ваших подписчиц сумасшедших. Они больные. Они все время мне на голову какие-то бумеранги посылают. С больных спроса нет. Вы прекрасно знаете, понимаете, что эти ребята ни в чем не виноваты. Про Ивана Фадеева очень много хорошего сказали. А я вам скажу как педагог. Неважно, какой фасад. Главное, что внутри. Главное, что творится. Вот. Когда двери закрылись в квартиру, что внутри творится. А не как он там, знаете, на субботники ходит и тому подобное. Это вообще такая фигня. И настолько это не показатель. Примеров уйма. Вон, сестры Хачатурян. Там какой фасад был? Я все время про них говорю. Как он там за своих дочерей везде ходил, там, что там, школам деньгами помогал, там, какой хороший человек. Двери закрывались в квартиру, и что там творилось? Да все это бред и фигня. И вы это все прекрасно знаете. Так вот, госпожа Цунаде, вы хоть один объективный ролик запишите. Вы их сотню там, не знаю, 150 сняли. И все врете. Все врете. Или сильно смещаете акцент. Знаете, как Первый канал? Он не всегда врет, а вот всегда настолько смягчает акцент, что это фактически вранье. Что Россия-1, что НТВ. Смещение акцента мощное. Я знаю, что вам нужны деньги. Кому они не нужны? Я желаю вам только здоровья. Всем спасибо, всем пока. И вам тоже.